Привет-привет всем, мои дорогие, мои родные. Девочки, сейчас вам что-то покажу. Вот я решила поменять постель. Я вам говорила в одном из видео. Так, открываю на проветривание. Так, вот смотрите, купила я новую постель. Купила я ее давно, еще перед Новым годом. Я делала небольшое видео сказка. Вот, где я акцентировала внимание вот на этом комплекте. Сейчас я его захотела начинать использовать. Значит, что, девочки, раскрыла? Раскрыла, смотрю, смотрите, волос, нитки. Посмотрите, сколько ниток. Посмотрите, какой кошмар. Никогда прежде, вот, при раскрытии нового комплекта не было вот такого производственного мусора. Представляете? Это просто что-то невидимо. Посмотрите, 5 волос. Обалдеть. Все идет все в стирку, естественно. Вот, но я же вам говорю и повторяю, что при раскрытии нового комплекта никогда не было вот такого мусора. Посмотрите. Это уже можно писать претензию. Просто кошмар, ребята. В общем, отправляю в стирку и старое использованное белье, и новое. Все. Идет все стираться однозначно. Да, уж. Надо посмотреть, откуда это производство. Ну, понятное дело, это 99% China. Мабуть, China. Да, здесь ничего нет. Это только по коду этому можно узнать. 8. Да, уж. Нет, вот чайно, вот нашло. Понятно. Да, ихняя работа оставляет желать лучшего. Только делают вид, что они производят. А сколько вещей люди заказывают через онлайн, и приходят вещи совершенно некачественные, совершенно не соответствующие по рекламным изображениям. Это вообще издавать обратно. Люди, конечно, многие сдают, а больше процент оставляют и так. Лишь бы, как говорится, оставить, и потом эти вещи не носятся. Потому что работа ужасная. Ладно, девочки, иду стираться. Показываю, чем я еще сегодня занималась, ребята. Это подготовка Дейла комнаты. Значит, опять здесь переворот кишек. Значит, что я сделала? Я прошлась по верхам, протерла везде пылюку, протерла вентилятор, потому что опять собралась пыли достаточно. И, в общем-то, здесь снова тарарам. Сейчас я переверну камеру и вам покажу. Ну вот комната в разобранном виде, ребята. Убирала. И заново сделала я бардак. Значит, прошлась я по верхам, все протерла, все. Вот это вот все. Промыла, пропылесосила пол. Сейчас мне осталось пройтись по низам. Вот, и протереть всю эту фурнитуру. Видите, она достаточно такая фактурная. В общем, надо все вот это вот пройтись. Видите, пылюка какая, если вам видно. Дальше, ребятки, я отодвинула сама вот эту кровать. Максимально я отодвинула, чтобы освободить место. Здесь для кресла на колесах, для лифтинг-машины. В общем, максимально я это сделала. Сняла занавеси. Они уже постираны. Теперь мне нужно их снова туда взгромоздить. Вот. Лестничка мне все это помогает делать. Да, вот я еще нашла столик такой прикроватный. Мы его использовали тогда, когда я там чуть-чуть как бы хандрила.
когда Dell, то есть вот здесь можно подавать еду. Но что я думаю, что этот столик уже отменяется. Я хочу заказать, найти в интернете столик, который ножки будут идти под кровать. И вот как бы он будет стоять на полу, но в то же время будет поверхность для принятия пищи. Вот. И может быть для какого-то тренинга Делу тоже будет нужен этот столик. Он может полусидя, полулежа находиться на кровати и заниматься, допустим, мелкой моторикой, да, разрабатывать пальцы рук. Вот, заниматься тоже разработкой конечностей. В общем, вот так, ребята, все. Девочки, смотрите, как он грызет эту косточку. Молодец, ласточка. Лиля будет теперь всегда покупать натуральную косточку. Говяжью, да? Молодец, хороший мальчик. Лежит на своей подстилочке. Молодец, Лирочка. Молодец. Вот спасибо, кто подсказал, Лиля, купи ему кость. Ну, я вам говорила, я покупала ему эти кости, не знаю, как они называются. Похожи, как искусственные для жевания. Но он их не любил, он только с ними игрался. А вот это я натурально купила. Видите, ест. Умничка, все. Смотрите на Лерой. Охранник. Соседи убирают огонечки, декорацию новогоднюю. И у них такая же собачка. Точно такая же. Точно такого же цвета. У них, видите, у них нет... Вон она, видите, бегает. Нет ограждения. То есть, видите, собака в свободном... свободном себе ходе. Видите, как она бегает? Куда хочет она бегает. Но у Леройчика, конечно, видите, ограничения. Леройчик чувствует, что там собачки. Там еще собачка женского пола. И, конечно, раздолье, да. Но она, видно, воспитанная собака, не убегает никуда за пределы. Для нашего Леройчика, конечно, опасно выходить за пределы. Да, Леройчик? Что там, собачка, да? Собачка там? Не, Леройчик, нельзя, нельзя, ласточка. Давай, выходим. Выходим, заходим. Так, ну что, я продолжаю свою уборку, ребята. Продолжаю уборку Дейла комнаты. Вот не успеваю вымывать стекла. Лерой постоянно прыгает и лапами, естественно, все пачкает. И вот, посмотрите, тоже нанесло грязи. Значит, все, сейчас тоже я это уберу. И что, ребята, хочу вам показать. У нас был такой огромный ветер, именно шквальный ветер. Посмотрите, я вот закрыла джакузи вот этим вот куском ткани и поставила стулья наверх, чтобы ветром, легким ветром не снесло. Так вот, посмотрите, стулья даже снесло, представляете? Такой был ветруган. На деревьях, значит, целлофаны были, какие-то большие пакеты. В общем, декор. Природа сделала декор свой. Но смотрю, что соседи уже все поубирали. Все то, что натворила погода. Ну вот, видите. Так, он, Леройчик, перевернул вот этот вот сборник для мусора. Он тоже делает делов здесь. Хозяйничает. Идет гулять и хозяйничает, ребята. По-своему. Убираюсь на комоде. Вот я вам говорю, что прохаживаюсь везде, вытираю пыль. Смотрите, что я обнаружила в шкатулочке у Дейла. Золото, бриллианты. Смотрите, какие красивые запонки у Дейла.
Класс. Вот такие. Я вообще люблю, когда мужчина использует запонки на рубашке. Ну, конечно, для этого нужно иметь специальные рубашки. Классные, да? Интересно, что это за камень, натуральный или искусственный. Так, золотое колечко нашла. Почему это не в сейфе, я не понимаю. Так, обручальное кольцо. Еще одни запонки. Тоже прикольненькие. Так. Что самое главное, ребята, я нашла здесь ключи. Ключи от нашего дома на колесах. Представляете? Вот, были тоже в этой шкатулке. Так, понятно. Нашла, Дейла, сбережение. Кладовую нашла. Ну ладно, ставлю все на место. Сейчас приберусь уже окончательно и вам покажу итог. Итог моего труда. Так, перешла я в эту зону гардеробную. Ребята, решила все перебрать. Вот эти все верха, лишние сумки Дейла для travel бизнеса, для путешествий. В общем, все потихонечку скидываю вниз и все это сложу внизу в сторидже. Вот чемоданы для путешествий, рюкзаки, какие-то покрывала старые. Моя уборка подошла к концу на сегодняшний день. Ребята, ну вот смотрите, что я сделала. Прошлась по верхам. Одно другое тянет за собой, и конца и края нет. Ну еще немножко, еще один рывок мне надо сделать. В общем, все здесь, видите, протерла везде. По верхам прошлась. Что-то перебрала, все эти сумки. То, что было загромождение такое, чемоданы. Все это убрала, оставила вот несколько. Здесь то же самое, перебрала все покрывала, одеяла, оставила несколько, то, что поместилось. Протерла все стекла, обувь протерла. Здесь еще бы не мешало сложить, чтобы красиво все было. Но это уже в другой раз. И что осталось мне сделать, это освободить вот эту поверхность, убрать Дейла медикаменты, витамины, парфюмы, в общем, все на свете. Это все нужно поубирать, спрятать. Это все не нужно. Будут чужие люди. Зачем им наблюдать, да, какие Дейл принимал там таблетки. Это тоже не нужна эта информация, я так думаю. Все, вот здесь мне осталось прибраться. И что еще осталось, ребята, пройтись вот. Ой, отполировать вот эти все кабинеты, комоды, тумбочки. На сегодня уже все. Вот показываю, как я повесила занавес, задрапировала этих два куска ткани. В общем, вот так у меня получилось. Застелила кровать уже основательно. Постелила новое покрывало, то, что мы покупали. Промыла окна, но это ненадолго. Лерой снова все запачкает. Он же любит прыгать. Да, видите, тумбочку я поставила уже по-другому и немножко сократила расстояние здесь, но зато я увеличила расстояние вот здесь, я вам уже объясняла.
Погодка сегодня хорошая. У меня двери, видите, полностью открыты. И совершенно не холодно. Кондиционер я отключила. На то время, когда окна, двери, все, я пооткрывала сегодня. Вот так. Дел будет лежать здесь, наблюдать, как ездят машины, какой закат. Будет немножко, как говорится, в социуме. Я очень любила лежать вот на этой стороне, засыпать и смотреть на улицу. Иногда здесь можно увидеть луну, звезды. Вон немножечко луна видна, но, наверное, камера не передает. Сегодня какая-то тучность, облачность. Все, ребятки, на этом я заканчиваю свой короткий обзорчик, чем я занималась сегодня. Всем хорошего, до следующих видео. Спасибо всем вам, кто заходит к нам. Пока!